Завершает наш выпуск традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». Вот о чем расскажут журналисты печатного издания. Будущим пенсионерам в Мурманске можно бесплатно выучиться на медсестру, чертежника, освоить интернет и работу в соцсетях. Как попасть на такие курсы? Вандалы в Мурманске продолжают громить новые остановочные комплексы. Недавно пострадал павильон на остановке переулок Якорный. В какую сумму обходятся эти хулиганские выходки? В Мурманске более 10 лет действует скаутский отряд. Журналисты «Вечернего Мурманска» пообщались с его участниками и узнали, чем занимаются скауты, кого принимают ряды движения и как ребята помогают природе.